Итак, всем привет, это Майер. В этом видео я хочу вам показать, как можно настроить прибор IMAX B6 Mini на зарядку литий-ион до параметра 4,2 вольта конечным напряжением. Этим режимом я редко пользуюсь, но это мое мнение, что 4,2 не лучшим образом сказывается на 18650 батарейках. Но неважно. Итак, давайте. Видео будет короткое, тут я вам покажу. Еще не успеет даже музыка доиграть, как вы все поймете. Главное, следите за моими руками. Так, вы следите за моими руками, а я слежу за вашими руками. Вы держите их над лайками, и как только на экране появится 4,2, сразу жмите лайк. Ну все, поехали тогда. Вот, берем наш пауэрбанк самодельный. Видим, при подключении у нас загорелся литиополимер. Баланс, change. Ну, это у всех так загорается, это стартовое меню, да? Так, еще у меня есть холдер. Так, подождите, сейчас вставлю до конца. Вот, холдер. И нужна мне батарейка. Берем батарейку. Вот такая батарейка, обычная, Panasonic. Кстати, у меня есть на Panasonic обзорчик. Так, вставляем холдер. Все у нас подключено. Переходим к IMAX, к настройкам. Нажимаем сюда. Ну, в общем, вы следите за пальцами. Я тут комментировать не буду, вы смотрите. Так, где же ваши ручки? Не забыли? Так, отсвечивает экран вот. Ну, как бы навести мне фокус. Видим, да? Аккумулятор 18650, не полимер, литий-ион. IMAX 4,2 вольта. Видели, да? Теперь и проверяем. Значит, наши настройки были занесены в прошивочку IMAX B6 Mini и проверяем. Видим, сейчас аккумулятор у меня 100% заряженный. Но еще идет зарядка до... Сейчас 4.18, будет 4.20 конечная. Зарядка не прекращена. Видите, одним ампером качает. До 4.20 будет. Видите? 4.19 уже. Не 4.1, 4.19. Сюда заходим. Вот такое меню видели? End, вольтаж. 4.2.1S. Также можно настроить на любое количество банок.
и подключить балансир и заряжать 5-6 батареек одновременно. Вот сюда вторая кнопочку нажимаем и проверяем. На входе, значит, 1,3 вольта. Температура показывает. Температура отсечки. Время зарядки. Конечная катауф. Ну, это все у меня отключено. Энд-вольтаж 4,2. Что и требовалось показать. Единственное, камера вот передает или не передает, я понять не могу. Вот. Засвечивается экран монитора IMAX. Видите, происходит зарядка. А я что-то поискал в интернете, не нашел. А раз не нашел, я думаю, мало кто об этой функции знает. А раз мало кто об этой функции знает, значит, нажимайте друзьям, репосты делайте и распространяем информацию. И подписываемся на канал, если кто первый раз на моем канале. Всем спасибо за просмотр. И пока, это был Майер. Ну вот, кажется, и все.